Говоря об известном, да, вот в наше время Саид Афанди тоже кадасаллаху сиррахи, что я могу привести? Неделя оставалась до его смерти. Неделю вперед у него брали интервью, и он сказал: если кто-то зайдет ко мне домой убить меня, я даже не защищу, сказал он. Это неделю вперед. Не защищу. Когда эта женщина вошла, несчастная женщина вошла в дом, он отправил оттуда своего, там, который помогающий человек был, его племянник, его отправил, супругу отправил, потом встал перед этой девочкой и сказал: дочка, произнеси еще раз. Видите как? Сейчас как нам не брать от этих людей пример? Они же оставили для нас. Мы готовы друг друга там глотки грызть, в окна убежит от нас, когда нашу подкуют.